Врачи ломают голову над изобретением препаратов для омоложения, остальным остается находить другие способы для долголетия. Вот, например, пенсионер Илья Тухватулин моржеванием занимается уже 40 лет. Сейчас ему 81, а сам он говорит, что чувствует себя максимум на 35. Во-первых, в зимнее-то плане бодрит, свежее настроение всегда хорошее, здоровье. В саду работает, все такое, что это как бы полезно, физкультура. Ульяновской федерации холодового плавания всего 3 года. Она родилась, когда объединились несколько городских клубов моржей. Инициатором этого слияния стал нынешний председатель федерации Владимир Вальцев, декан факультета физической культуры УЛГУ. Когда-то он профессионально занимался борьбой, но теперь решил кардинально поменять вид спорта. Будем развиваться, расти. И базу нашу немножко будем уже приводить в порядок, расширяться. Вот тот вагончик, который стоит здесь, он уже не вмещает всех желающих. Поэтому план на следующий год поставить еще один большой вагончик для теплой раздевалки. Моржевание становится по-настоящему массовым, говорят в Ульяновской федерации. Если 3 года назад активных спортсменов было всего 15, то теперь их в 10 раз больше. Купаться в проруби приходят уже семьями. Опытные пловцы приводят своих детей и внуков. Здоровое поколение обеспечено. Уже и дети входят. Самая младшая у нас Машенька, от 5 лет ей. Потом есть одна девочка Аделия, 8 лет. Есть еще 2 девочки по 10,5, мальчик 9. И заканчивая, 87 лет, это Фенелон Владимир Михайлович. Чемпионат Ульяновска посвятили Международному женскому дню. В этот праздник 8 девушек отважились шагнуть в прорубь. А на улице хоть и яркое солнце, но около 15 градусов мороза. Зрители кутаются в пальто и шубы, а девушки горцуют в купальниках и босиком по льду. Я мечтала заниматься этим видом спорта, моржеванием с детства, если честно. Еще в Советском Союзе я помню, смотрела передачу, как в прорубь окунулись пенсионеры. Но тогда это были дремучие пенсионеры, седые, лет по 80. И будучи ребенком, меня это просто шокировало. Венера Галеева стала одной из победительниц первого чемпионата Ульяновска по моржеванию. Вместе с ней в ледяной воде соревновались более 20 участников. В программе стартов только спринт 25 и 50 метров. Стиль плавания не имеет значения. Выбор за самим участником. Главное, чтобы во время всего заплыва участники ни разу не опустили голову под воду. Сами спортсмены такой стиль плавания называют финским брасом. Самое главное участие. Медалей в своей жизни я уже получил немало, поэтому здесь самое главное у меня адреналин, конечно. Конечно, 3 года для Ульяновской федерации холодового плавания срок совсем небольшой. Но даже за это время сделано уже немало, констатируют в самой организации. Минувшей зимой только на Свияге действовали 2 проруби, которые не замерзали даже в самые сильные февральские морозы. А это значит, что интерес к холодовому плаванию ульянцев растет. Возможно, будущей зимой понадобится и 3-я прорубь.